На вокзале Екатеринбурга появился первый стационарный тепловизор. Эта установка предназначена для бесконтактного измерения температуры тела людей в движущемся потоке. Прибор разместили в досмотровой зоне в западном крыле здания. Он будет следить за состоянием пассажиров, которые из вокзала выходят в город. В течение ближайшего времени здесь появятся еще 4 таких установки. Кроме того, планируется, что тепловизоры заработают и на вокзале в Перми.